Всем привет! Друзья, сегодня я легко и просто приготовлю, думаю, что многими любимые, изумительно вкусные пончики в шоколаде. Напишите мне в комментариях, любите ли вы пончики и что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставьте лайки, давайте начнем готовить! Для начала молоко я нагрела до теплого состояния. К теплому молоку добавляю сухие дрожжи, 1 столовую ложку сахара от общей массы и все перемешиваю. Сюда же добавляю 1 столовую ложку муки от общей массы и снова все перемешиваю. Миску с дрожжевой массой накрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте на 15-20 минут. Дрожжевая масса готова, она увеличилась в объеме, сверху появилась вот такая вот пышная шапочка. Продолжаем готовить дальше. 300 грамм муки я пересыпала в миску, к муке добавляю соль, ванильный сахар, сахар, который остался, и все перемешиваю. В центре сухих смешанных ингредиентов делаю углубление. Я взяла одно яйцо и один желток. И все слегка взболтала вилочкой. Яичную массу выливаю в углубление. Сюда же добавляю дрожжевую массу и все перемешиваю. Теперь порциями добавляю муку, которая осталась, и замешиваю тесто. Тесто я собрала в комочек. К тесту добавляю мягкое сливочное масло. И сливочное масло хорошенько нужно вмешать в тесто. Я буду вымешивать тесто приблизительно 10-15 минут. Посмотрите, какое у меня сейчас липкое тесто. Я его буду хорошенько вымешивать. Нужно, чтобы тесто стало мягким, эластичным и практически не липло к рукам. Тесто я хорошенько вымесила, я его вымешивала приблизительно 15 минут. Периодически тесто я совсем немножко присыпала мукой. Пусть вас не смущает тот факт, что тесто очень липкое, слишком много муки не добавляйте, чтобы тесто не забить мукой. Главное, тесто нужно очень хорошо вымесить. И у вас получится вот такое вот эластичное, мягкое, послушное и очень нежное тесто. И оно практически не липнет к рукам. Тесто перекладываю в чистую сухую емкость. Емкость накрываю пищевой пленкой и тесто оставляю в теплом месте приблизительно на 1,5 часа. Тесто у меня хорошенько увеличилось в объеме. Рабочую поверхность, руки и скалку нужно смазать растительным маслом. На рабочую поверхность выкладываю тесто. И его нужно раскатать в круглый пласт толщиной приблизительно 7 мм. С помощью стакана вырезаю круглые лепешки. И теперь с помощью кондитерской насадки нужно сделать дырочку в центре.
И таким вот образом я сформирую все заготовки для пончиков. Все заготовки для пончиков я сформировала. Я их выложила на дощечки, которые смазала растительным маслом. Заготовки накрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте на 15-20 минут. Буду обжаривать пончики. Для этого понадобится большая емкость. Я использую большую и широкую сковороду. Пончики обязательно нужно обжаривать в большом количестве растительного масла. Масло у меня уже хорошенько разогрелось. Как проверить, разогрелось ли масло? Опускаем зубочистку. Если появляются вот такие вот пузырьки вокруг зубочистки, значит масло уже хорошенько разогрелось. Для начала я буду обжаривать те пончики, которые я сформировала первыми. Очень аккуратно выкладываю пончики на сковороду. Пончики буду обжаривать на среднем огне с двух сторон до красивого золотистого цвета. С одной стороны пончики уже подрумянились, переворачиваю их и точно так же буду обжаривать и с другой стороны. Ни в коем случае пончики не жарьте на большом огне. Если вы их будете обжаривать на большом огне, то они у вас сверху очень быстро подрумянятся, а внутри еще будут сырыми. Первая партия пончиков готова. Вот такие они получились красивые, румяные. Готовые пончики я выкладываю на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло. И таким вот образом я обжарю все остальные пончики. Пончики я все обжарила. Они у меня полностью остыли. Посмотрите, какие чудесные получаются пончики. Сверху они хрустящие. Такие вот они мягкие, воздушные. Как бы их ни прижимала, тесто будет пружинить. Сейчас я разломаю и покажу вам, какие пончики получаются внутри. Посмотрите, какое воздушное, пористое тесто. Пончики уже можно кушать, присыпав их сахарной пудрой, но я пончики сделаю вкуснее и приготовлю шоколадную глазурь. Для шоколадной глазури черный шоколад заливаю жирными сливками. И все это отправляю на паровую баню. Нужно, чтобы шоколад полностью весь растопился и масса стала однородной. Шоколадная глазурь готова. Ее лучше готовить в широкой емкости. Так будет удобно макать пончик в глазурь. Берем пончик, переворачиваем его и вот таким вот образом макаем в глазурь. Достаем пончик, немножко подержим, чтобы лишняя глазурь. Ой, какой получается красавчик. И сверху пончик я присыплю кондитерской посыпкой. И вот таким вот образом я оформлю все остальные пончики. Пончики в шоколаде готовы! Вот такие получаются аппетитные, красивые и очень вкусные пончики. Знаю, вы мне будете писать, что это жирно, не очень полезно, но иногда можно порадовать себя, честно признаюсь, не очень полезной вкусняшкой. Ведь одно из удовольствий в жизни – это вкусно покушать. Поэтому всем рекомендую приготовить эти вкуснейшие пончики и насладиться их замечательным вкусом. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления пончиков и вы их приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь.
И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!